Друзья, всем привет! Алания, апрель, скоро май, Кайла, Азия. И хочу вам рассказать вот о какой теме по поводу проверки документов в Турции. В Турции дело в том, что все граждане обязаны носить с собой внутренний паспорт. То есть в абсолютно любом месте, либо проезжающий патрульный автомобиль, либо патруль пеший, либо на мотоциклах, неважно, полиция, жандармы имеют право проверять документы. И у местных это могут делать по нескольку раз в день в разных местах. В принципе, у иностранцев документы не проверяют, но это бывает в крайних случаях, когда человек вызывает какое-то подозрение, как-то неадекватно себя ведет, либо слишком выпивший, либо еще что-то. В принципе, иностранцы обходят. То есть у меня за 3 года, если не ошибаюсь, 2 раза за 3 года у меня проверяли документы. Это было в 2019 году последний раз. Тогда много было сирийцев. Сюда как раз все они ехали, и были выборы мэра, еще там что-то, в общем, может быть, с этим было связано. Тогда вообще такие проверки были на каждом шагу, но опять же проверяли местных, а у меня вот просто один раз я был с бородой вообще такой дикой, то есть непонятно было, что я из стран бывшего Советского Союза. Так они видят сразу, они люди отлично отличают, турок или не турок, как бы, и... У иностранцев документы, в принципе, не просят. Вот опять же, несколько дней я наблюдаю, как вот стоит много людей, допустим, местных, у них проверяют документы, мы проходим, либо вот сидим на лавочках, качельках ночью, отдыхаем, и проходят они у местных. Все смотрят документы, у нас не смотрят. Но на всякий случай носите какую-то бумажную хотя бы копию, либо вашего туристического ваучера, копию, даже не обязательно оригинал, в принципе, если есть возможность, бумажку эту, там что оригинал, что копия, носите ее с собой на всякий случай. Либо копию вашего паспорта. В принципе, как бы ничего страшного не случится, если к вам подойдут и попросят документы, а у вас их не будет. Я знаю случаи, даже рассказывали знакомые, что было даже такое, что захотелось проверить у человека, они поняли, что иностранец, но все равно попросили, вежливо сказали, пожалуйста, не могли бы ли вы проехать с нами, мы вас довезем домой, где у вас документы, вы покажете документик, и мы посмотрим. Человека отвезли, когда он вынес документ, все в порядке, и полиция предложила сразу, мы вас отвезем назад, либо в то место, где мы вас забрали, либо в любое другое, как бы, место, куда вам нужно. Понятно, что там не за 50 километров. То есть довольно вежливо все это, никаких проблем не будет. И желательно носить на всякий случай. В принципе, я же сказал, что это уже как бы ничего страшного не случится, если у вас документа не будет и вдруг к вам подойдут. Забыли вы эту копию. В принципе, конечно, браслет тоже может что-то сыграть. Они теоретически могут позвонить в отель по вашему браслету и просто на ресепшн уточнить, есть ли такой человек в отеле. В принципе, знаете, что действует как бы по закону в Турции паспортный режим, как бы, то есть на улицах везде и всегда люди должны носить с собой документы. Может, кто-то не знал этого. И при встрече с полицейскими, абсолютно дружелюбные, ведите себя естественно, как бы никаких проблем не будет. Я думаю, что даже если чуть-чуть туристы под все включено, я думаю, что проблем не будет, потому что все понимают, что люди приезжают отдыхать. То есть в этом плане, конечно же, нельзя распивать алкоголь на улице, это само собой. Но в барных кафешках, понятное дело, что люди сидят, отдыхают. Пока всем.